Тань, привет. Слушай, ну, наступило 6 февраля. Я тебя уже поздравил с днем рождения. Написал тебе, да? Поздравляю тебя еще раз. От себя и от Катюши мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья, счастья, всего-всего-всего самого-самого хорошего. Ну, ты прекрасно знаешь, да? Как мы к тебе относимся, как мы тебя любим, ценим. Хочется пожелать, чтобы у тебя и у твоей семьи все было хорошо, чтобы дочка была здоровой, чтобы ты не болела, чтобы все было хорошо, чтобы все было очень-очень замечательно. Хотелось бы вспомнить замечательные времена, когда ты сама учила меня, давала какие-то наставления, да, как нужно вести себя правильно. Еще в далеком-далеком 90-м, может быть, 8-м году, мне кажется, когда мы только-только начали общение, да, это, ну сколько уже, 24 года, 24 года, даже страшно представить, сколько лет мы уже дружим, и хочется поблагодарить за все твои нотации, за все твои правильные, за все твои правильные какие-то речи, которые ты, ну, говорила, объясняла, рассказывала, помогала, опять же, наставляла по-правильному. Ну, и все это пригодилось, и все это оказалось правдой. Все твои мысли и вот эти порывы, когда ты помогала и видела, да, этот нелегкий путь становления школы, да, когда вот это все только зарождалось, принимая очень большое в этом участие, как вот принимая все, ну, делая больше, ну, как наставник, да, как человек, который помогал во всем, всегда и везде советами. И в итоге получилось все так, как ты говорила. То есть школа уже существует, скоро будем отмечать 19 лет, ну а сегодня твой день рождения. Также хочется вспомнить хорошие времена, когда мы все вместе были несколько лет подряд в Твери. Это удивительное время, удивительный город, удивительные времена, просто потрясающее время, когда мы все вместе, я, Катюша и ты, можно сказать, жили все там, да, эти новые годы, да, отмечания, праздники, бесконечные походы, прогулки, Волга, Твери, мосты, трамваи, то есть все вот это бесконечное, удивительное и прекрасное. Тань, в общем, мы все это прекрасно, все это всегда вспоминаем, все это смотрим, все эти проводы, помнишь, твои с этими сумками. В общем, Тань, все прекрасно, все замечательно. Мы с Катюшей тебя обнимаем, целуем, и до скорой встречи, да, сейчас встречи, конечно, не очень часто происходят, вот, но надеюсь, что все будет скоро очень хорошо, встречи будут более частыми, продолжительными, и что все будет нормально. Вот, также хочется пожелать большой привет предавали Липалне. Вот, Тань, также большой привет передавай Лиле Павловне от меня и от Катюши, тоже здоровья ей. В общем, Тань, с днем рождения. Ты все знаешь, что мы о тебе думаем. Удивительные были также, да, вот забыл упомянуть времена, когда создавали все вот эти вот концертные программы, да, большие, ты помнишь, да, когда ты делала программу «Танцы мироздания» и так далее. В общем, все это очень круто. И сколько всего еще будет впереди. В общем, Тань, всего-всего самого доброго. Пока. Пока-пока.